Уважаемые брати и сестры, все люди доброй воли. Сегодня громадскость Беларуси отмечает необычайно очень важный тиждень, когда мы все в один голос скажем, что мы супроть смертного покарания. Костел завсёды стоял на обороне життя от натурального, от самого початку до натуральной смерти. Святое Писание и той первый наказ, который мы отримовываем от Бога, учить наступным чином. Плодитесь и помножайтесь, и наполняйте землю, оволодуйте ею, уладарьте над рыбой морской, над птушкой небесной, над усими ползунами на земле. Бог николи не казал нам, как человек володов над человеком. Творение не может примать решение, коли забрать життё у іншого творения. Человек не может вырашить, коли он может забрать життё у іншого человека. Костел завсёды будет баранить эту правду. Костел завсёды будет отстоивать эту правду. Бог, який является абсолютным добром, и он делится с нами этой незвычайной каштовностью. И тому мы, особливо как люди, которые створены по образу и подобенству Божьему, повинны уметь распознать, не судить, але распознать добро, делиться этим добром. И мы не имеем права ни морального, ни натурального осуждать іншого человека на то, как он был позбавленный життем. Дякую организаторам, которые уже не первый год ладят такие тыдни, когда мы можем, как одна супольность, как белорусское громадство, объединиться, как задекларировать эту важную тему, что белорусское громадство супроть смертного покарания.